победы над Рейхстагом водружено! На кадрах хроники исторический момент. Для многих стран мира он стал поворотным. Для советского народа красное знамя над Рейхстагом – символ поверженного фашизма. До капитуляции нацистской Германии тогда оставалось 6 дней. Знамя Победы водрузили над Рейхстагом разведчики Егоров и Кантария. На полотнище стоит цифра 5. Дело в том, что было сделано 9 штурмовых знамен по числу дивизий 3-й ударной армии. Полотнище, переданное 150-й Идрицкой Берлинской ордена Кутузова стрелковой дивизии, и стало той священной реликвией и символом Победы. Сейчас оно хранится в Центральном музее Вооруженных сил Российской Федерации. Уже 1 мая в Новом Уренгое поднимут алый символ Победы. Полотнище размером 9 на 13 метров будет реять на главном флагштоке города. Павел Прожогин, информационное агентство «Импульс Севера».